Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва», и мы продолжаем знакомить вас с основными новинками интернет-магазина klewa.com.ua. Сегодня в обзоре катушка Вейда MDR-01 с диаметром шпули 50, 60, 30 и 40. То есть как бы разнообразие этих катушек дает возможность нам эти катушки ставить хоть на фидерное удилище, хоть на карповое, хоть на спиннинговое, то есть хоть на поплавочное удилище. То есть давайте мы посмотрим, какие основные характеристики производитель пишет на коробке. У больших катушек передаточное число 5,2 к 1. Это означает, что за один оборот рукояти катушки лесоукладыватель делает 5,2 оборота вокруг шпули. Значит, у меньшего диаметра шпули, тройки, четверки, передаточное число 5,0 к 1, то есть немножко уменьшено. Количество подшипников, что в катушках с большим диаметром 6+1, что в маленьких 6+1, то есть одинаково. Ну и алюминиевые шпули, что здесь, что здесь. Значит, какие характеристики также отмечает производитель? Значит, система Bite Runner, это очень хорошо. Дальше алюминиевая шпуля, я сказал, антиреверс, мгновенный антиреверс, силовой тяговый механизм, S-Curve, это система для идеально ровной перекрестной намотки лески. Ручку можно ставить слева направо, справа налево, компьютером сбалансированный ротор. Корпус сделан из высококачественного ударопрочного графита. Ну вот, друзья, наши эти две катушки. Это с 6-тысячной шпули, это с 4-тысячной шпули. Ну, в первую очередь бросается в глаза такая мощная ручка. Честно говоря, больше бросается в глаза, чем сама шпуля. Но, скажу вам, она сделана из пластика, эта ручка. Ну, не думаю, что она поломается. О, очень легкий получается ход лескоукладывателя вокруг шпули при прокручивании ручки. Очень удобный, легкий. Давайте посмотрим. Да, действительно, вот тут характеристика, которая говорит о том, что качество сборки и качество деталей катушки, когда ручка прокручивается под своим весом, это говорит о очень хорошем качестве катушки. Вот возьмите, проверьте свои катушки. Если они у вас так крутятся, то это считается, что катушка очень хорошего качества. Давайте посмотрим это же на этой катушке. Да, то же самое присутствует, тот же эффект. Вот он. Прокручивается ручка под силой своей тяжести. Да, интересная катушка, но так, тяжеловатая на руку она. Значит, что у нас тут? Вот он, битранер. Помните, да, что такое битранер? Если нет, хочу напомнить вам, что это изначально было серьезным преимуществом во всех катушках, но со временем превратился в стандарт для карповых катушек. Битранер – это рычаг, который позволяет настроить катушку так, чтобы при поклевке рыбы, вот когда мы нажимаем битранер, чтобы рыба могла стравливать леску шпули. И когда вы приходите уже к своему удилищу, первым прокручиванием ручки битранер уже срабатывает, и теперь уже возможность стравливать леску с шпули настраивается передним фрикционом. То есть если вы ставите удилище и у вас нет битранера, вы все время должны настраивать передний фрикцион, крутить его то влево, то вправо, то есть то затягивать, то наоборот ослаблять, для того чтобы рыба не стащила ваше удилище в воду при серьезной поклевке, то с битранером такой проблемы нет. Поставили, включили битранер, настроили его один раз вот здесь, как вам необходимо, чтобы настравливало, и все, и поставили и забыли. И потом, когда рыба уже клюнула, провернули один раз, битран вас сработал, и вы спокойно можете вываживать свою рыбу. И так как я сказал, значит, пластиковая ручка, кноп
прорезиненный, приятный на ощупь. Очень хорошо вращается. Так. Душка фиксируется четко. Самосбросов не будет. В принципе, нормально. Так, передний фикцион, ручка такая выпуклая. Достаточно длинный фрикцион для того, чтобы его настроить под свои запросы. Давайте посмотрим на люфты. Люфт в кнобе. Ну такой еле-еле технологический присутствует. Так, люфт здесь отсутствует, его нет здесь продольного. Это в главной паре. Поперечный. Чуть-чуть есть. Технологический люфт присутствует. Так, посмотрим, какой у нас люфт в штоке. Ну, чуть-чуть какой-то технологический есть. Хотя его, честно говоря, не совсем вижу. Насколько он там, доли какого-то миллиметра. Продольный, поперечный. Поперечного нет. Так, тут в шпуле. В принципе, всегда есть, небольшой, но есть. Мгновенный антиреверс работает. В принципе, проблем нет никаких. Лесоемкость шпули у 6000-й, так, 280 метров лески диаметра 0,28, 0,35 180 метров и 0,4 140 метров. В принципе, достаточно количество лески, которое подойдет рыбаку как забрасывающему оснастку длинными карповыми удилищами, так и для тех, которые пользуются корабликами для завоза оснастки на максимальную дальность. Так, что касается вот 4000 шпули, то здесь лесоемкость 0,20 лески 260 метров, 0,25 180, 0,3 125 метров. Ну, тут, в принципе, подойдет для тех рыбаков, которые пользуются только для забрасывания, только удилищами. Скажу вам, друзья, она мне очень нравится. Цена у нее очень конкурентная. Особенно нравится она мне за плавность хода, за то, что за счет своего веса вот она прокручивается. То есть, это очень хороший признак качественной катушки. Уверен, что такая катушка порадует своего владельца надежной и стабильной работой. И хочу напомнить незыблемое правило нашего интернет-магазина klevo.com.ua касаемо любого рыбацкого товара. Если вы нашли такой же товар, но дешевле, чем у нас, скиньте ссылку на почту сайта, мы проанализируем ее актуальность и продадим вам еще дешевле. Друзья, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Все для клёва» и рыбачьте с удовольствием. Но для этого покупайте только качественные рыбацкие товары. И желательно в магазине klevo.com.ua. Ссылка в описании. Всем удачи, всего хорошего. Пока.